сижу вот на тротуаре, какой-то, блин, мотороллер передо мной подогнал вот этот вот чертило. Так я сидел спокойно. Давай, вали отсюда. Хозяйка меня бросила. Тут вон эти гендерные сексуалы вон переодеваются. Не видно, вон здесь в палатке они тусуются. Две козы с ними, какая-то маленькая. Прям этот нарядная прям палатка какая-то. Все в нее тусят. А я тут сижу рядом с ней на тротуаре. Всякие вон мотоциклисты ездят. Хозяйка меня бросила. В общем, я потерялся. Чего? 3 часа уже ходим по этому рынку, блин. Капризничает что-то еще. Мяукают, как кошки, блин. Черт чего, блин. Вот еще одна коза. 2 метра роста. Оккупировали палатку конкретно. Побежали, побежали, блядь. У них любовь, блядь, морковь.